22 апреля 2015 года – единый день старта всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В нашем городе торжественное мероприятие провели у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Организаторы акции – Севастопольский региональный волонтерский корпус «70-летие Победы» при поддержке правительства города и Управления по делам молодежи и спорта Севастополя. Главная идея мероприятия – подарить георгиевскую ленту каждому жителю Севастополя. Акция будет длиться вплоть до 9 мая. То есть даже 9 мая у нас будут ленты раздавать волонтеры в центре города. Георгиевская ленточка – символ связи между разными поколениями русского воинства. Черный пепел и вечный огонь памяти отражены в ее цветах, которые символизируют победу, мужество и героизм, память и любовь к родине. В рамках всероссийской акции более 250 тысяч георгиевских лент прибыли в Севастополь с территории материковой России. Их раздадут волонтеры на улицах города. В формате раздачи в городе и так далее. Очень большая работа проведена подготовительная. Управлением утвержден график раздачи лент. Этот график максимально опубликовали во всех интернет и печатных ресурсах. И дополнительно еще, я думаю, вывесим на площади Нахимова в правительстве, чтобы люди знали, где и когда будут раздаваться ленты. Здесь сегодня волонтерский корпус, который тоже является подразделением общественным, которое взаимодействует плотно с нами. А ребята в форме красиво будут раздавать в соответствии с графиком во всех муниципальных образованиях города, во всех отдаленных уголках. Все это будет организовано, и каждый желающий сможет получить эту ленту и прикрепить ее ближе к сердцу. Постараюсь сделать все, насколько у меня хватит сил, чтобы сохранить память о великом подвиге, чтобы свой личный вклад внести в это и максимально вовлечь молодежь Севастополя ко всем процессам, связанным с сохранением памяти о великом подвиге и победе. От правительства присутствующих поздравил заместитель губернатора Севастополя Александр Пушкарев. Сегодня, как никогда, она является подтверждением того, что вы, ребята, здесь проявляете верность своему старшему поколению, участникам Великой Отечественной войны, и верность памяти победителям. И вы здесь подтверждаете службу великой России. От имени правительства, губернатора, города-героя Севастополя Сергея Ивановича Миняйла, всех присутствующих поздравляю с наступающим праздником, Днем Великой Победы. С праздником! Среди почетных гостей на церемонии открытия акции присутствовал ветеран Великой Отечественной войны, полковник танковых войск Василий Малявин. Война застала его семиклассником. Георгиевская лента для него – это память большого пути, который он прошел. Участник боевых действий пожелал молодому поколению быть бдительными, беречь родину и наш российский народ. А ветеранам в преддверии Дня Победы он высказал теплые пожелания. Пожелать ветеранам в первую очередь здоровья. Подошли тяжелые годы, быть спокойным, жизнерадостным, счастливым, вспоминать свое прошлое, и чтобы, молодежь, рассказывать молодежи о своем пройденном пути. Открытие всероссийской акции завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Вечного огня. После этого всем желающим волонтеры раздали георгиевские ленточки. Ирина Варава, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.